Zombie apocalypse. Перед началом данного видео хочу вам порекомендовать сайт Globus, на котором вы можете за просмотры рекламы заработать неплохие денежки. Ссылочка в описании. Так, всем привет, дорогие друзья, зрители и гости моего канала. Вы на канале Игрунок. Сегодня у нас открытие контейнеров. И контейнер будет открывать Богдан. Богдан с нами, поздоровайся, Богдан. Всем привет, ребят. У Богдана, значит, на двух аккаунтах по 11 контейнеров, которые он заработал за ивент. Вот. Ну что, давай, Богдан, погнали. С боди, да, начнем? Ты как, будешь по одному их открывать? По одному, конечно. Давайте, ребят, поставим лайкосик, чтобы Богдану выпало что-то здравенькое. У Богдана тоже, по-моему, нет ни одной, да, анимированной краски. Нет вообще ничего. Вот, так же, как и у меня. Ну что, давай, Богдан, удачи. Спасибо. Во, нормас. Смотри, как сразу, красочка чужой. Да. Она, по-моему, сколько? Я не помню, сколько она стоит. Она продается в комплекте. Нет, она, по-моему, и за кристаллы продается. Да, она в комплекте да. Есть. Я у себя на мульте ее купил. Викинга рикошет, не помню, как называется. И вот красочка там идет с ним. Так, ну уже неплохо, уже неплохо. Как ты считаешь? Вообще топчик. Возьми микрофон поближе, плохо слышно. Говорю, вообще топчик для начала. Начало удалось, да? Да. Так, давай погнали дальше. Ты посмотри, ну в принципе неплохо, аптека это тоже хорошо. У меня нарки тут нет. Насколько я знаю, ты тоже страдаешь нехватком нарки. Поэтому для тебя нормас. А что ты 5 не хочешь попробовать? Не, я боюсь. Боюсь? Да, останется 5. Ну давай. Опять аптека. Да, отлично. Не подлагала. Так, это что у тебя, не пойму? Это багу нет такой. Это нормально? Это в порядке вещей? Да, это в порядке вещей такое. А где кнопка твоя? Как ты ее закроешь теперь? Нет, надо, получается, выйти. А попробуй так. Просто в битву попробуй перейди. Нажми на битву. А ну видишь, не нажимай. Ну давай быстренько что-нибудь делай. Закрой. Можно? Ну, закрывай, открывай. Или обнови просто. Ты в браузере? Нет, ты через браузер, клиент. Не клиент. Вот, ребят, спалили новый баг Богдана. Баг или лаг? Много багов. Я сегодня в компьютере или часом кнопку отодрал. Кого отодрал? Кнопочку отодрал. Откуда ты кнопочку отодрал? Ну, на ноутбуке есть кнопочки, которые нажимаются. Например, Help, F1, F2. Я, короче, F1 оторвал. Ну, правильно, она тебе не нужна. Хоть бы больше таких багов не было. Или это пришествие того, что я не сейчас анимированной карты. Да, да, да. Это потому, что сейчас прогружается, как бы, поэтому... У тебя там подвисло все. Ну что? Так, мы два контейнера, да, открыли? Даже больше, 3. 3? А, да, 2 раза аптека и чужой. Так, ну что, давай. Я тут знал такой небольшой секрет. Надо карточку дать праздник. Праздники приковили. Ну давай проверим. Так, оба. Честно, первый раз слышу то, что краска праздник, что-то годное выпадает. Ну что, поехали? Ну давай, удачки. 10 тысяч кристаллов, ну это здраво. Как считаешь? Смотри, 125 аптек 2 раза, анимера, краска, 10 тысяч кристаллов. Годно? Годно. Годно.
Давай 5 сейчас, 5 и потом 2 раза по одному. 3500. Ну, как бы, тоже нормально. Давай, давай 5 и потом еще один. Так, 3500, 2 раза. Двойная защита. 5. И приемочка на 3. 3 према. 3 дня тоже здраво. Нормально, что? С возвращением тебя в ряды премиум танкистов. И открываем последний контейнер на этом аккаунте. 125. Да-да. Вообще так. Так, ну в принципе, за халявные 11 контейнеров, я думаю, здраво тебе как бы насыпало. Вообще здраво. 250 нарки. И кристалла у тебя, 20 тысяч кристалла у тебя. Красочка, аптеки. Надо будет сейчас на основе еще раз проверить, работает ли моя тактика. А ну, что-то ты праздник одел, а нифига не работает. Ну так в смысле не работает? Аптек сколько нападало, красочка красивая. Давай еще раз красочку покажу. Красочка чужой. Ну так себе, у меня есть, но я на ней не гоняю. Так, ну что, давай на основу на свою переходи. Там еще у тебя 11 контейнеров, да? Ты уже по одному открыл? Что, да, что тебе в итоге выпало? На основе выпало, не помню, нарка выпала. А на боди выпало 3500. Я на них парика поставил. По идее, мне, получается, на боди выпало 25 тысяч кристаллов. Примерно. 25, ну, блин, ну нормально. Не прям то хорошо, но, блин, подойдет. Какие сейчас анимированные краски были? Давай. У меня еще на канале ни одной анимированной краски не было. Пусть уже будет даже не у меня, а пусть хотя бы на видосике моем. Лёха, она все равно у тебя будет. Будет, после того, как она будет в спецухе, да, я ее приобрету. Нет, да, ты же войну выиграл. А, да, точно. Ну, пока еще не дали, еще. Так, здесь как, по одному будешь, по 5? Ну, по 5 тоже, как бы, не особо, да? Не да надо не праздник одевать, не надо. Почему? Потому что тебе на прошлом Аки не на празднике выпало. Хорошо, тогда давай. Новогодний подарок. Вот тебе сейчас будет. Вот сейчас тебе будет подарок. Открывай. Ну что, давай здесь по одному, да? 5 как бы тоже не работает. Давай, первый, погнали. Нара, 3500. На таком аккаунте. Для такого аккаунта, конечно, 3500. Вообще, ерунда. Опять белое, да что такое? Два раза 3500. Опять белый. Давай краску одевай другую. Одевай Россию. За Россию давай. У нас 8 контейнеров. Сейчас что-то годное выпадет. Вот я же тебе говорил, ДД. Ничего себе. На это как. Давай. Ну что, заснул? Богдан. Я тебя слышу, я говорю, ускорение, ты куда-то пропадаешь. У тебя беда с интернетом, наверное. Так, 6 контейнеров. Ой, вообще не видно ничего. Подожди, пусть прогрузится у тебя.
Ой, у тебя фокус какой-то не очень. Во, что-то показалось из тумана. Ну давай, гол. Опачки, 25. Вот это уже здравенько. Да, вот это вообще толстый. Вот это давай, хорошо. Так. Ну-ка, давай еще. Ой, 5 золотых ящиков. Блин, почему у тебя плохо прогружается? Не знаю, да. 5 голдишек. Десять тысяч кристаллов. 51 тысяча уже. Неплохо, неплохо. Так. 3500. Блин, одни кристаллы, короче, тебе сыпят. Так, папа, ты не в контейнер. Блин, ну у тебя с интернетом, конечно, печалька. Да. Я надеюсь, что мне подключится. Да-да. Так, и крайний, заключительный, да? Да, последний. Давай, тебе сейчас красочка выпадет. Очередной баг. И на этом мы будем с вами заканчивать, ребят. Вот такие вот плюхи Богдану выпали из контейнера, который он получил за ивент. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.